Я никогда не видел матери, которая ничего не делает. Она или вязала кому-то из детей, что-то перешивала, она или готовила, она узнала, как делаются круассаны, делала круассаны. Она все время занималась делом. Я никогда не видел ее ни при чем. Покупали одежду, чтобы носить, а не чтобы показывать. Мы были воцерковлены с детства. То если бы не воспитание в моей семье, то и мои дети выросли бы говном таким, чтобы быть здоровым.